Всем привет! Мы с вами находимся на центральном венском кладбище. Это будет мое последнее видео из Вены. Давайте прогуляемся. Это классическое кладбище в католическом стиле, в европейском. Здесь довольно мрачно, грустно, как и на любом кладбище. Но я уже вижу, что очень красиво. Просто давайте пройдемся с вами. Я поставлю вам какую-нибудь хорошую музыку, потому что здесь все равно очень ветрено. И посмотрим, как здесь все устроено. Thank you.
друзья, эта часть кладбища посвящена воинам, павшим во Второй мировой войне. Давайте посмотрим. Возможно, здесь я смогу найти своего предка. Без того, чтобы спрашивать у служителей кладбища, возможно, я смогу найти здесь фамилию Рунов. Между прочим, вот на этой стеле надпись на русском. Слушайте, у меня прям мурашки по коже. Гвардейцы, вы честно служили отчизне, от стен Сталинграда вы к Вене пришли. Для счастья народа вы отдали жизни вдали от родимой советской земли. Слава вам, храбрые русские воины! Ваше бессмертие над вами встает. Доблестно павшие, спите спокойно. Вас никогда не забудет народ. Слушайте, у меня здесь точно мой дед похоронен. На 100% где-то он здесь лежит. Я должна его найти. Видите, это все... Это кладбище советских солдат, павших во Второй мировой войне под Веной. Смотрите. И оно все чистенькое, убранное, аккуратненькие, хорошенькие могилки. Это потрясно.